Три тезиса хочу вам предложить. Так. Для начала. Тезис первый. Эгоизм – это плохо. Тезис второй. Эгоизм – это любовь к себе. Можем поменять местами, не принципиально последовательность. Тезис третий. Священное Писание говорит нам о том, что надо ближнего любить, но как самого себя. То есть есть в Евангелии тезис о любви к себе. Евангелие учит эгоизму? Правильнее, наверное, говорить здесь об эгоцентризме. То есть когда человек воспринимает мир, которого окружает, как нечто обслуживающее его, это плохо, это очевидно. Да? С любой точки зрения, не только с точки зрения христианской и вообще общей религиозной. Ну да, да, то есть хоть с экологической, да, хоть с какой угодно. Уничтожаем все ради своего. Когда мы говорим о том, что Евангелие заповедует любить ближнего как самого себя, тем самым уже утверждается, что определенная любовь к самому себе есть норма. Есть правильная любовь, да, к себе. Есть, да, есть некая правильная любовь вне к себе. Эгоцентризма. Да. Но это как? Вот здесь вот, как я всегда говорю, есть заповеди, на которых спотыкаешься. Да. Вот тут это как это? Вы знаете, я вспоминаю у Льюиса в письмах Баламута. Есть одно письмо, где старый бес рекомендует юному бесенку вынудить подопечного, искушаемого христианина, возненавидеть, заставить его отказаться от всего того, что для его подопечного дорого. Он там любит какие-то картины, любит какую-то музыку. То есть что-то такое, что в нем вызывает состояние глубокого душевного удовлетворения, глубокой радости. Вот он призывает его, говорит, сделай так, чтобы он это возненавидел. Почему? Да, потому что как только он это возненавидит, тем самым он лишается опоры, на которую может встать. Ведь то, что в нас... Любовь как опора? Да, любовь к себе, как ни парадоксально. Любовь к лучшему, что есть в тебе, как опора, на которую можно встать. Так вот, мне кажется, что Евангелие говорит о любви к себе настоящему. К тому самому человеку, каким ты должен быть по замыслу Божьему. У отцов есть такая фраза, что тщательное научение, тщательное исполнение заповедей научает нас смирению. Тщательное исполнение заповедей научает нас смирению. То есть, когда мы на самом деле стараемся жить по-христиански, мы с ужасом видим, что у нас это очень плохо получается. И вот здесь как раз-таки начинается выстраиваться напряжение между тем, какой я есть, и тем, каким я хочу быть. И вот моя любовь, правильная любовь к себе, она не может не выражаться в подвиге. В подвиге, во-первых, преодоления себя, в подвиге понуждения себя и в подвиге постоянного постоянной жажды, постоянной востребованности присутствия Божия. Вот это вот искание Бога, это не просто какой-то феномен такой, знаете, душевного плана, что вот я хочу умиротворенное состояние, я хочу что-то такое экзальтированное какое-то состояние. Нет, ничего подобного. Это поиск той самой вот опоры, как Лосев писал, что религия – это есть утверждение личности в вечности. Самоутверждение. Вот на что можно опереться и уже чувствовать себя более или менее устойчивым. А в любом деле человек, если добивается максимального совершенства, если он старается опуститься на предельную глубину, он все равно там найдет Бога. Он все равно там найдет... Даже в профессии. Даже в профессии, которая, казалось бы, не имеет ничего общего с религиозностью. Вот у Ильина, вспоминаю такую очень интересную фразу, он как-то где-то написал, что свет религиозности, его скрыть невозможно. Причем свет религиозности не внешний, именно глубинный. И вот он все равно пробьется и будет светить. И вот в этом-то, собственно говоря, задача человека. Понять, а чем именно ты можешь светить мир? Один может печь пирожки так, что люди будут есть эти пирожки и говорить, слушайте, вот у бабы Мани такие пирожки там. Или я там знаю, недавно умерла одна бабулька, покойница. Ну, слушайте, ну она так огурцы солила, что ну никто их так и не солил. Правильная любовь к себе – это любовь к себе настоящему, то есть любовь к тому замыслу Бога о человеке, который есть, да? А неправильная – это любовь к тому греховному, к тому искажению тебя настоящего, которое в нас вошло грехом, через грех проявляется. Да? В теории это понятно.
на практике, да, где, я не знаю, там пороки продолжения наших добродетелей или добродетели, да, то есть искаженные добродетели и так далее. Да. Как вот, как найти, ведь, собственно, в чем задача, да, христианина, в чем сложность одновременно наша основная? В том, чтобы найти вот эту границу, да? Что? То есть где происходит искажение, где происходит, где вот то, что я призван любить в себе, да, становится тем, что я должен ненавидеть, то есть грехом, да, где там страсть проявляется уже в совершенно, так сказать, вот, ну, невозможность обуздать страсть приводит к греху. Вот как это, всегда ли это легко определить? То есть есть, ну, есть понятные вещи, да? Нет, ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что все пространство христианской жизни, оно очень четко обозначено заповедями. Угу. У нас есть заповеди. Да. Не делать того-то, того-то, да, того-то. Вот, да, некое пространство. То есть, да, в любом случае, что бы мы ни делали, что будет выходить за эти заповеди, это грех. Угу. Это должно быть исключено. Но далее самое интересное. Вот из этого пространства, по сути дела, Ветхого Завета, у нас еще другое измерение. У нас есть еще измерение новозаветное, где тоже есть заповеди, но у этих заповедей... Не запретительные, а положительные. Да, они побудительные. Да. Вот здесь уже мы выходим с вами за пределы, собственно, такой вот нравственной проблематики. Если 10 заповедей, можно сказать, что вот они, да, обозначают, да, не, некое, да, пространство, да, нравственности, да, безусловно, то, да, здесь мы уже переходим в пространство личностных отношений между человеком и Богом. Ну, собственно, 10 заповедей тоже, я прошу прощения, они тоже ведь увязывают все нравственное пространство, потому что есть первая заповедь, да? Да. И она, собственно, и показывает, что нравственность имеет обоснование. Да. Она связана с подателем нравственности, не да? Спорю. Но здесь уже идет речь о том, что человек получает возможность личностного освящения всего, угу, себя, своей души, своих движений благодатью Божией. И вот, угу, та задача, которая стоит перед ним, не мешать. Угу. Вот, знаете, опять-таки, возвращаясь к тому же Ильину, угу, у него есть очень интересный образ, что человек призван стать таким стеклышком Божиим, стать абсолютно прозрачной средой, угу, через которую будет действовать Бог. У нас ведь нет, смотрите, у нас нет автономной какой-то святости. Православие не знает, что такое святость преподобного Сергия Радонежского или, угу, святость там преподобной Марии Египетской. Угу. Чем они отличаются друг от друга? У нас только одна святость, а святость Бога. Угу. И вся мощь того или иного подвижника заключается не в том, чтобы сгенерировать какую-то автономную святость, да, да, а просто чтобы все расставить, раздвинуть по своим местам, чтобы пришел Бог, и уже сам Бог действовал в этом человеке. Как это конкретно происходит, мы знаем в всей аскетической письменности то, что называется борьбой со страстями. Что такое страсть? Страсть – это извращенная личностью то или иное движение души, угу, та или иная вложенная Богом в человека способность. Ну, то есть, собственно, мы и говорим вот здесь о переходе как бы правильной любви к себе, да, к неправильной. То есть, да, если это любовь к тому неизвращенному, то это правильная, да, любовь, да? Смотрите, Владимир Иванович, вот отвечая на ваш вопрос, да, где тут можно поймать, да, какой-то этот критерий? Критерий, да. Можно взять, например, страсть чревоугодия. Да. В какой момент заповеданное Богом благословленное питание, оно становится страстью чревоугодия. То есть, что такое страсть? Это свихнувшаяся добродетель. Добродетель, да, да, которая сошла с ума. Добродетель, которая потеряла ориентир, а ради чего ты вообще, да, существуешь. Ну да, да. Когда, опять же, средство превращается в самодостаточную, да, цель, получается, да? Да. Но, знаете, здесь еще какой интересный есть момент. Вот мы сейчас проговорили там, ну так или иначе, мы были, сейчас обсуждали первую, точнее, вторую часть заповеди о любви к ближнему, как к самому себе, да, ага, то есть вот что значит любить самого себя. А давайте теперь немножко уйдем, может быть, даже в сторону от вот этой темы эгоизма, с которой мы начали. Ага. Но возлюби ближнего, да, вот, ага, любовь к ближнему. Опять же, в стандартном, не знаю, ну, скажем, в нецерковном, не знаю, общечеловеческом таком современном понимании, любовь к ближнему, знаете, как говорят, вот я принимаю человека таким, какой он есть, там, со всеми его недостатками и так далее. Очень опасная формулировка, да, да, потому что если продолжить логику
А правильной и неправильной любви к себе есть правильная и неправильная любовь к ближнему. Абсолютно. И любовь к ближнему не есть не критическое его восприятие и любовь... То есть это любовь к нему с его грехами, то есть там сожаление, но это не может быть любовь к его грехам. Да? Абсолютно. Вот здесь верно, вот человек тоже ведь все время спотыкается. Да, не только в любви к себе, но и в любви к ближнему. Да. То есть неправильная любовь к ближнему, она может привести к тому, что мы узаконим греховное состояние человека как правильное и достойное. Причем это ведь для всех, причем, для знаете, родителей, да? Вот в евхаристической, в молитве перед осуществлением святых даров есть такие слова, обращенные к Богу. «И не отступил еси, вся творя, донди же нас на небо возвел еси». То есть Бог, увидев грехопадение прародителей, он их не бросил, не бросил. Он не сказал, что, знаете, ребята, все, ставлю на вас крест, не отступил еси. Вот это множество этих веков, эти тысячелетия, выстраивание вот этой всей... С самого начала, с попытки дать все вот эти, не ел ли ты, там, то есть вся попытка вернуть Адама. Отрабатывается множество вариантов лишь для того, чтобы наконец-таки вот родился Спаситель, которым разрешается эта проблема. И вот то же самое, вот дети. Понятно, одни дети такие, другие сякие. У одного одни свои недостатки, у третьего свои страсти. То есть, вы сейчас, я прошу прощения, очень интересно, вот я сейчас, если я правильно понял, то есть любовь как не отступление, не как потакание, а как постоянно... Любовь как борьба. Вот смотрите, у Максима Исповедника, преподобного, есть фраза, которая мне очень нравится. Любовь – это добродетель воли. Мы сейчас чаще всего любовь воспринимаем как некое эмоциональное состояние, благорасположение. Очень опасная штука, ведь эта любовь прошла, завяли помидоры. Вот из этой серии. Сегодня прошла любовь. Конечно. Ну как нам дальше с тобой быть? А да? Я больше тебя не люблю. Вот любовь здесь и вера, они где-то перекликаются, когда апостол задает вопрос, а вот ты покажи мне веру от дел твоих, то же самое здесь, а ты покажи мне любовь не от твоих улыбок, не от твоих чувств, а от того, что ты конкретно сделал. Более того, чем ты ущемил себя ради меня, где ты разгреб вот пространство своего неизбежного, даже пусть правильного эгоизма, условно, так скажем, назовем, в своей любви к себе. Никто же плоть свою возненавидит, это тоже понятно. И ты освободил для того, чтобы таким образом дать возможность проявить свое настоящее любовное отношение к тебе. И знаете, здесь тоже интересный такой момент становится понятным, что любовь, вот эта заповедь любви, это же все-таки не заповедь чего-то данного, а это некая перспектива, на которую человек должен, куда он должен двигаться, безусловно, во что он должен в конце концов вырасти. Совершенно согласен. Я, знаете, вот с вашего позволения здесь перебью, просто что хотел сказать. Мне кажется, это стандартная ошибка вот в отношениях мужчины и женщины, когда любовь, вот как эмоция, то, о чем вы сказали, воспринимается как начало отношений, тогда как на самом деле любовь – это то, что может возникнуть после многих лет. Вот у меня там родители более 50 лет вместе, вот я понимаю, что они друг друга любят. Потому что им есть что, так сказать, сказать, показать и так далее. А начало – это вот некая эмоция, влюбленность, которая либо перерастает в любовь, либо уходит. И то вот это вот, когда ослабевает влюбленность, человек вот, опять же… Он повисает в воздухе. Да, в силу вот этого ложного понимания, ему кажется, ну все, вот. Причем более того, та же самая ситуация происходит и когда человек обращается к Богу. Вот этот первый эмоциональный, иногда мощный порыв, который естественным образом сносит все остальное. Есть только Бог, есть только я, есть только церковь, есть только вот этот сильный вектор устремленности, а потом какое-то время проходит, и человек оказывается в пустоте. Чувства особо не вдохновляются, не возбуждаются, все привычно уже, все скучно. И вот на самом деле только тут ты начинается реальная любовь. Почему? Что? Потому что здесь он человек работает Богу, не получая обратно какой-то компенсации. Как ему кажется. Да. На самом деле он работает на себя тоже. Но он правильно работает на себя. Но у него нет вот этого вот этой вкусности того, что лежит на поверхности. Вот эта заповедь сформулирована именно так, о любви к ближнему, как к самому себе. Вот если, так сказать, соединять первую и вторую части, о которых мы сейчас поговорили. Потому что человек, ну, грубо говоря, если сравнить отношения человека с самим собой и там в супружестве, ты с собой же не можешь развестись. То есть ты все равно понимаешь, что есть страшный выход лишения себя жизни, который категорически
христианстве, да, не является таковым. То есть это не выход, а на самом деле отсутствие выхода. Да? Но вот это, почему еще очень сильно, почему вот эта причинно-следственная связь, почему как самого себя? Mm-hmm. Потому что ты понимаешь, что ты с собой всегда вынужден будешь, так сказать, договариваться. То есть ты... Прощать. Да. И прощать. Да, и прощать, да. Ну, собственно, это... Да. И здесь то же самое. То есть нам говорят, что вот ты вот тебе модель, да, ты в себе чувствуешь, как относиться и к другому. Да, вот. Как бы ты себе не нравился, да, но ты себя никуда не денешь. Да, да. То же самое и здесь. Вторая половина, какой бы она в конце концов ни оказалась другой или другим, да, нежели ты себе, да, фантазировал, все равно это некая данность, да, об которую ты, да, должен обтачивать самого себя. Вторая половина и любой другой человек. Любой другой человек вокруг, то есть, да, собственно, ближний. Да? Вы знаете, мне еще очень нравится такой момент, что ближний, по сути дела, является точным индикатором нашего реального состояния. Вот если рассматривать христианство как борьбу за любовь и конечное состояние человека, состояние либо любви, либо нелюбви, да, что такое грех? Грех — это все, что связано с нелюбовью. Отсутствие любви. То становится понятным, что всегда есть маркер. Вот рядом с тобой ближний. Я смотрю на себя со своей колокольни, с точки зрения, как я себя вижу. Я не могу себя посмотреть извне. Но есть ближний, который мне постоянно посылает знаки, постоянно мне посылает какие-то маркеры. Mm-hmm. Ему со мной хорошо или я для него проблема? Mm-hmm. Просто самим фактом того, что я рядышком нахожусь. Вот мне кажется, это очень как бы важно. И если бы не было этого маркера, ну, скорее всего, мы имели бы огромное количество этих заблуждений.